Петербург переживает самый настоящий бум на новое общественное пространство. В прошлом году в северной столице благоустроили более полусотни площадок. В этом году планируют ввести еще 55. Это парки, скверы, набережные со скамейками и велодорожкой. Спортивные и другие доступные каждому пространство. Мы, конечно же, говорим о них. И вот, кстати, одно из таких — молодежный сквер в Приморском районе, который появился на месте пустыря в рамках регионального проекта формирования комфортной городской среды. Наша коллега Дарья Богдашкина уже там. Уже там и готова поделиться подробностями. Даша, доброе утро. Ну что, показывай эту красоту. Доброе утро, коллеги! Приветствую Петербург! Конечно, сейчас мы покажем вам сквер. Я уже по нему прошлась, выбрала для себя вот такую вот спортивную площадку, потому что, ну а иначе, как проснуться, как взбодриться, как не через занятия спортом. Хотя здесь, в молодежном сквере, действительно очень много мест для самых разных активностей. Это и скейт-парк для экстремальных видов спорта, и качели для детей, и очень хорошие беседочки для уединенного такого времяпрепровождения. Мне они очень полюбились. Я прям представляю, как там можно сидеть и читать книжку. Ну, как проходило благоустройство этой местности, мы сейчас поговорим с заместителем главы Приморского района Еленой Николаевной. Елена Николаевна, доброе утро. Я знаю, что на этом месте был пустырь и какая-то хаотичная такая автостоянка, но потом именно благодаря инициативе местных жителей Приморского района появилась эта красота. Да, в 2018 году жители изъявили желание выполнить работы по благоустройству молодежного сквера, где было бы интересно, в принципе, не только молодежи, но и различным возрастным категориям людей. И после того, как произошло у нас голосование, жители определились, что они хотели бы здесь видеть, начались работы по благоустройству данного сквера. Сначала были выполнены работы по проектированию, и в прошлом году начались работы по благоустройству. В прошлом году были выполнены работы по устройству мощения, наружного освещения, устройству скейт-парка, беседок, скамеек, урн, спортивного оборудования, травмобезопасного покрытия. В этом году работы у нас продолжились. Были выполнены работы по устройству беседок, и в этом году еще построили качели. Первую в районе стену для нанесения граффити. Работы еще не до конца завершены. В ближайшее время работы закончатся. Сейчас ведутся работы по устройству навесов. Вот можно будет увидеть их справа. Да, вы сказали за кадром, что это одно из самых сложных здесь устройств. Да, это одно из самых сложных. После скейт-парка, да? Да, да. Потому что они, вот видите, такие, они массивные, там используются швеллеры, гнутый швеллер. Они были тяжелы, конечно, в изготовлении, но будет жителям здесь комфортно. Ну, скажите, когда будет официальное открытие? Официальное открытие будет ориентировочно через 2 недели где-то. Но я знаю, что сквер уже пользуется большой популярностью, правильно? Да, зона производства работ, она огорожена, а там, где работы уже завершены, жители, в принципе, уже и сейчас приходят и отдыхают, пользуются и спортивными тренажерами, и активно у нас очень используется скейт. Парк. Здесь по вечерам и на каникулах, в принципе, свободного места нет. По поводу еще озеленения, тоже важный все-таки момент нашего городского благоустройства. Что здесь в этом плане сделано? Посадили мы деревья, кустарники, многолетники были высажены, газончики сделаны, велопарковки еще обустроены у нас на данном участке. В принципе, по озеленению все. Mm-hmm. Ну и самый главный вообще момент, мне кажется, главная концепция вообще этого сквера, это как раз-таки удовлетворить интересы всех и каждого, потому что настолько разнообразное здесь получилось пространство. Действительно, это так. У нас здесь зонирование сделано, где люди могут и спокойно посидеть, почитать, и заняться спортом, покачаться на качелях, и заняться ездой на велосипеде, на роликах, на скейтах. Да, замечательно, друзья. Ну что ж, а еще здесь есть место для нашего творческого такого вдохновения, для нашего художественного
такого вкуса, чтобы его проявить, а именно вот такая вот граффити-стена. Я, конечно, не могу уйти, чтобы не оставить свой след здесь. И, конечно, хочу нарисовать то, что сегодня хоть и есть у нас на улице, но его в Петербурге у нас не часто можно увидеть.